Все оружие, что ты когда-то придумал, меч, секира, молот, все в твоей голове. Первым полноправным владельцем Йоунера можно считать его создателя, а именно гнома Эйтри. Мы больше чем уверены, что последний представитель гномов Асгарда перед передачей своего творения должен был опробовать молот на качество, а также изъяны и удобства. Следующим в очереди владельцев необычного артефакта идет